5 правил миллионера. Первое. За все, что происходит в моей жизни, несу ответственность только я. Неважно, успех или неудача. Второе. Делегировать как можно больше, но постоянно контролировать качество. Третье. Если что-то не получается, есть только два варианта. Либо ты делаешь мало, либо некачественно. Четвертое. Делать только то, что приносит удовольствие и деньги. Пятое. Брать деньги в долг только при условии, что они помогут заработать еще больше. Однажды старец увидел змею, гибнущую в огне, и решил вытащить ее из пламени. Когда он сделал это, змея укусила его, вызвав нестерпимую боль. Он отбросил змею, и она снова упала в огонь. Тогда старец схватил металлический шест, вытащил змею из пламени и спас ей жизнь. Один из учеников, наблюдавших за этим, почтительно обратился к нему. «Отче, эта змея укусила тебя. Почему ты по-прежнему пытаешься спасти ее?» Старец ответил. «Натура рептилий – кусать. Но это не должно менять мою натуру – помогать. Не меняйте своей сущности только потому, что кто-то ранил вас. Не теряйте своего доброго сердца, но научитесь принимать меры предосторожности». Знаете, что первое сделает слепой, когда к нему вернется зрение? Бросит палку, которая ему помогала. Такова горькая правда жизни. Ты увидишь истинное лицо человека только тогда, когда перестанешь приносить ему выгоду. Тебя ценят только тогда, когда в тебе нуждаются. Уйди в тишину, и поймешь, кому нужен. Растают, как дым, с кем когда-то был дружен. Решат, что того, и начнут сторониться. Или просто плести за спиной небылицы. Останутся те, для кого без усилий ты дорог и мил, хоть больной, хоть здоровый. Кто примет тебя и в лохмотьях, и в злате. Кому наплевать на чины и печати. Кто помнит добро и прощает о грехи. С кем можно делить и беду, и успехи. Да просто делить незатейливый ужин. Уйди в тишину, и поймешь, кому нужен. Преодолевай себя, пока не станешь тем, кем восхищался в детстве. Будет страшно и больно, но вставай каждый день, чтобы идти за своей мечтой. Потому что отступить – это предать того маленького мечтателя внутри, который единственный в тебя верит. Бутылка с водой в магазине стоит 1 доллар. Та же бутылка в отеле – 3 доллара. В аэропорту – 5 долларов. Та же бутылка, та же марка. Меняется только место. Каждое место дает разную ценность одному и тому же предмету. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, поменяйте место. –